Всем моим милым зрителям и подписчикам огромный-огромный привет! Сегодня я вам хочу показать события, которые произошли со мной за несколько дней. Я вас сегодня приглашаю на свою кухню, буду готовить завтрак, тем более, что на завтрак ко мне приехала дочь, она уже отвезла старшую внучку в школу, а младшая ночевала у меня, она еще спит. Мы пока, пользуясь случаем, позавтракаем, и Ярослава, младшая, сегодня впервые пойдет в детский сад. Нам самим это тревожно, удивительно, но поведет она ее после обеда, после сунчаса уже. Мы, конечно, волнуемся, как она там, но она ребенок очень контактный, очень активный, шустрый. И больше всего мы боимся даже не за Ярославу, а за воспитателей. Вот такие колбаски гриль покупаем у нас в местном магазине, ярче. Написано, что углеводов 0, только белки 12, жиры 30. Обжариваю с двух сторон и будем есть с яйцами в натуральной оболочке, они вкусненькие очень. Ну что, классика, классика, отдельно яйца, отдельно сосиски обжарила, накрываю. Так, вот такой завтрак шикарный, большой. Кетчуп. Тебе кетчуп? Давай, доставай. И зелень, и белок, и жиры. Все, и все очень вкусное. Так, я на Валберес заказала льняную муку. Снова такая же, отрубная, как я брала. Вот она какая. Сейчас в черном пакете, в таком стиле. Заказала майку и заказала леггинсы. Катенька, племянница, мне делает ногти. Вот такой розовый цвет мы выбрали. Катя все как по правилам, гигиену соблюдает, перчаточки, масочки. Она мне тут целый ассортимент лаков приготовила сегодня. Мы расположились на гладильной доске у Кати дома. Вот такие обои. Сестра моя приехала и, конечно же, мне вот такой сервис, бокальчик винца еще принесла. Все, остались большие пальчики. Ой. И красота наведена у меня. Ну, а сейчас я буду готовить отличное противовоспалительное средство. Для себя я буду готовить его от гастрита. Но это средство также отлично помогает при прочих внутренних воспалительных заболеваниях. От долго непроходящего кашля, болезней желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника. Итак, готовлю смесь из листьев алоэ практически в равных пропорциях. И здесь 2 лимона. Я все это буду перемалывать в нижней чаше блендера. В оригинальном рецепте должен добавляться еще и мед в эту смесь, потому что алоэ горький. И чтобы перебить его горький вкус, добавляют мед и вот лимон. Но я мед добавлять не буду, потому что все-таки боюсь, что мед может выбить меня из кетоза, ну либо как-то нарушить или сделать инсулиновый всплеск. Хотя вот сколько я знаю, что мед, поедание меда, инсулин не выделяется. Но все-таки я еще очень хорошо не разобралась в этом вопросе, поэтому рисковать я не буду. Листья алоэ у меня прошли 10-дневную ферментацию в холодном темном месте. Ну и вот сейчас алоэ маленько неказистый такой. Мне его отдала, кстати, бабушка. Рецепт тоже бабушкин. Она мне сказала, вымой только его. А бабушке моей 90 лет. И таким способом она уже лечила свой гастрит. Ну вот посмотрим, как на мне будет это народное лекарство. Высыпаю часть лимона. Буду двумя частями делать. И нарезаю листья алоэ потоньше. Ну, попробую помельче. Но вообще вот стволы нет. Нет, не буду я их использовать. Поэтому только листья оторву. Оторву только листья.
Я думаю, если ложку этой смеси смешать со сметаной или с кефиром, то можно сделать на лицо очень хорошую маску. Она будет обладать не только противовоспалительным, но и отбеливающим эффектом. Главное, чтобы на компоненты у вас не было аллергии. И, кстати, в маску мед добавить вполне можно. Ну что, буду снимать пробу, насколько это вкусно. Вполне можно есть. По одной чайной ложке натощак утром. Вот такое красивое, оригинальное, народное средство у меня получилось. Я думаю, здесь хватит дней на 10 хранить его в холодильнике. Всем привет, мои хорошие. Разговариваю тихонько, сзади меня сидят люди. Сегодня мы пришли с дочерью в ресторан Колизей. Мы, кстати, здесь уже были и вообще часто бываем здесь. Очень любим итальянскую кухню. Ну, а когда бизнес-ланч, можно поесть здесь все вкусности и все прелести ресторана. Очень даже за недорого. Вот такой рабочий день у меня сегодня в ресторане за бизнес-ланчем. Я заказала салат с говядиной, яичный блин, здесь редька, дайкон и петрушка, и лук. Очень вкусно, я уже попробовала. И филе горбуши, и овощи, гриль. Так, и соус какой-то майонезный, похоже. Так, а у дочи что? Сегодня за рулем я, а у нее паста с морепродуктами. И какой-то красивущий салат с апельсинами, с чем-то, с рукколой. Ну, очень красиво. А чего это мы вдруг такие деловые заходили по ресторанам? Потому что младшенькую мы наконец-то отдали в детский сад. Развезли их по садам, по школам. И у нас с дочерью появилось время друг для друга. Общаемся. Я одновременно еще и работаю. Так, дочь моя зашла в Пандору, выбирает себе и колечко, и цепь вот такую. А цепь, дай-ка я покажу. А цепь какая интересная. Здесь с камушками, белые, какие-то темные камушки. Это серебро, да? Можно прям по стилю. Но я измерила пальцы. Какой мне размер? Хорошо сочетаться вот такой вот формат. Клипса, в чем ее плюс, она идет как раз длинная. Прикольно, серебряная. Покажи. Здесь вот так будет как поставить. А здесь у тебя какое? Золотые. Вот это Пандора тоже, да? Да, тоже Пандора, да. Да, и на шее у тебя вот это была Пандора. Здесь цепочку можно подцепить, два звена, и поставить туда колечко. Ну да, Пандора такая, трансформер. Красиво, мне с колечком особенно нравится. А можно колечко на палец надевать, да? Ну, мне нравится. Много всего у Пандоры, цены, конечно, не дешевые. Мне понравился вот тот серебряный браслетик, который под золотым. Несколько ниточек. А так, ассортимент, конечно, у них... А такой большой, все трансформируется. Ну, на мой взгляд, все это все равно одинаковое какое-то. Хотя немного видоизменяют. На Валберис заказывала очки себе. В таком красивом красном футляре пришли они. И, боже, какая прелесть, конфеточка. Но почему только одна, мои внучки передерутся. Красивые очки такие, имиджевые, с диоптриями. Красивые такие ручки. Легкие очень очки мне понравились. Как я вам? Напишите в комментариях, как вам такие очки. Ну а вот эти очки я уже купила в оптике. Это фирменные очки. Дочерняя фирма от Polaroid какая-то. Мне показались такие очень стильные. Толстая оправа, блестящая, глянцевая. А вам как? И эти очки очень хорошо смотрятся с пальто. Я их надевала. Стою на светофоре. Жарко на улице сегодня.
прям плюс 14 у меня машина показывает. Погода сухая, дует ветер, и вся пыль просто вот стелится по дороге на высоту, наверное, 2 метра. Это вот сейчас выйду, и будет вся голова в пыли снова. Не знаю, насколько вот передает камера вот эту вот пыльность. А за окном зима-зима, белым-бело. Вот так погодка у нас разыгралась. Снег идет, снег валит просто.